К сожалению, в Украине патриотизм подменяется тем, что называется слепым патриотизмом. Патриотизм в таком очень этническом смысле. И это очень опасная тенденция. Это не критический патриотизм, да, когда мы любим свою страну, но мы понимаем, что в ней есть проблемы, и мы обучаемся критиковать и работать с этими проблемами, решать их. То есть, вот наоборот, вот эти концепции, которые сейчас принимаются Министерством образования, они, кстати, свидетельствуют о том, что, к сожалению, мы идем к какому-то такому очень, очень опасному явлению в сфере пропаганды.